Сегодня я хочу предоставить слово человеку, который идет по жизни рядом. Это, наверное, опора. Это, наверное, мотивация, вдохновение для нашего Евгеника, для Евгения Николаевича. Я представляю его супругу Тамару Романовну. Под бурные аплодисменты, пожалуйста, поприветствуйте. Подарите мне эти аплодисменты. И есть слово. Дорогие друзья, сегодня мы собрались, чтобы поздравить, чтобы поздравить моего мужа, Женечку, с днем рождения. Сегодня его не сегодня, а понедельник 55 был. Но все равно мы собрались сегодня, потому что все работают, все заняты. Желаю ему главное только здоровья. И желаю ему защиты и покровительства Господа Бога. Все остальное мы сделаем, заработаем, и все будет у нас. Желаю ему крепкого здоровья, удачи и покровительства. Молодец! А теперь с интернета. Главное, что для души. Золотой мой человек, дорогой, сколько сказано слов для тебя за 32 года жизни? Но позволь мне сказать, не тая, не шутя, что желаю тебе себя. Пусть с тобой идут по тропинке одной мудрость, радость, успех и признание. И на всех пусть хватает тебя. Никогда не покинет желание. Пусть счастливым и смелым всем бурям назло бережет пусть судьбу.